Так, ну что, попроверяю пока звук. Еще никто не успел подойти. Поймем, что и как вообще у нас работает. Не работает ли. Какие звуки посторонние слышны, не слышны. Здорово, Мяв. Здорово, здорово, рад видеть. Голос, как обычно, хорошо. А что по звуку? Щелчка микрофона. Есть он, нет его. Просто наушники начали более туго открываться. Пока не слышно. Ага, я уж просто раз 10-15 делал. Еще у меня есть подозрение, что не на всех играх, типа, этот щелчок проявляется. Хотя, не, подожди, в прошлый раз, да, когда мы стримили, на Теккене он тоже проявлялся, да, во время битвы вы говорили. Потому что на Якудзе-то точно он несколько раз уже появлялся у меня. И вроде на Текине, да, тоже было такое. Мне кажется, была какая-то битва, и говорили, да, что все-таки что-то щелкает. Вот сейчас слышно, вот пока я его включаю. Или не слышно. Просто пока звука в игре нет, лучше все проверить. Здесь во время загрузки поделал. Да вам палец в рот не клади. В смысле? Здорово, Миша, рад видеть. Сейчас были звуки включения-выключения, пока черный экран был? О, прикинь! Все на iOS. Теперь тоже GIF-смайлики работают. Сделали наконец-то. Да, прикинь, отображается все. Прям громкость выкрутил, не слышал. Все, отлично. Значит, мы справились с щелчком. Теперь главное, чтобы не было... Чё не было? Чтобы не было звука... Ну, уменьшение звука. По громкости, по качеству. Так, ёлки-палки, секундочку, ко мне сегодня просто курьер должен будет приехать. Сейчас я телефон должен поставить на зарядку. Секунду прям, отойду на минуточку. Я снова здесь. Мы что, сегодня можем попробовать сюжет дальше поиграть, да, типа эпилог пройти, который дополнительно открылся, пройти сюжет за персонажа. Я думаю, часика 2 сегодня поиграю, не больше. Сегодня дела еще появились у меня. Сейчас щелкнул. Так, давай-ка еще раз посмотрим. Хреново, что щелкнуло. Сейчас много раз сделаю. Сейчас либо у вас будет очень-очень много щелчков подряд, либо их не будет. Давай щелчка было. Блин, я не знаю, честно, что делать с этим делом. Два было точно. Угу. Еще один, третий был. Ну, короче, понятно, кранты. Надо что-то дальше думать с этим делом. Типа спирт помог, да, но на время. Значит, надо либо, блин, я не знаю, ВДшкой попробовать еще брызнуть. Но как бы хуже не стало, вот за что еще переживаю. Как бы от ВДшки хуже самому микрофону не стало. То есть само вчера не было, а теперь опять появились, блин. Так, что там за особая глава? Акума. Ой, господи, там, кстати, можно будет пострадать, походу, да? Да, щелкает, щелкает. Причем, да, вот странно.
не было до этого, да, и опять появился. Ну-ка, дайте я сам тоже послушаю себя. Не знаю, надо... Так, во-первых, у нас категория, да, еще пропала, блин, сейчас. Ставишь, нет? Нормально, с телефона не ставит ее, да? Так, сейчас, быстренько по звуку тоже посмотрим, блин. Обидно, да, обидно, не то слово, конечно. Ну да, походу раз на раз бывает, типа на 4 включения, там 2-3 щелчка. Причем тоже не всегда, вот я смотрю, вот сейчас я сделал, не было щелчка. Я Вот смотрю, сейчас не сейчас я сделал, было. не было щелчка. Короче, хрен его поймет, честно, как это, блин, у меня работает. Вот сейчас я сделал. Звук не двоился. Так, сейчас давайте это быстренько категорию поменяю на Твиче. Гоши слишком много для вас. Там будет только один. Здорово, Вальдер. Здорово, здорово. Ну что, короче, вроде как ребят говорят, что микрофон тише не стал. Ногу, я его просто на Якуте тестировал сегодня с утреца. Вот, а щелчки сначала их не было, а теперь они опять появились. Я хрен его знаю, честно. И то как бы не всегда, да. Ну вот сейчас щелкаю, по идее. И вот сейчас тоже щелкаю. А вот, был щелчок, да? Норм? Что норм? А вот норм щелчок, да? Или вот нет щелчка? Ну так чё? Был, не был? Я балдец быстрее играю. С гигов по 5, а диск на 500. В смысле? Диск должен быть на 60 гигов на PS3. А, или ты про жесткий диск говоришь, про свой? Норм щелкает. Ну, короче, щелкает, да. Чё еще, Вальтер, посоветуешь? Качает прям. Спешл матч. Ох, нам на спешл матч, походу, сейчас лицо оторвут в эпилоге. Угу, я понял, понял, да, что жесткий диск. Да при чем тут ПК, Вальдер, блин? Я тебе об одном, ты мне о другом. Просто ВДшка, да, у меня обычная ВДшка, она может жирные следы оставить. Ну, не жирные следы, а масло, которое не будет высыхать просто-напросто. Зато, ну, скорее всего, щелкать-то перестанет. Но как бы оно там дальше не потекло. Особая голова, мгновенная боль. Да, мгновенно больше, да, или что там? まだ終わらぬ。うぬの命果てるまで。Вот это жесткий бой, люди пишут. Такой пока учебу, да. На PS4 500 гигов мало. Ой-о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 й, ни хрена себе. Пипец. Охренеть.
А, я ему даже ничего не пробиваю, да? Во-во-во-во-во-во-во-во. Это прям зверь какой-то. Вы это видите? А, у него еще жизнь восстанавливается тоже, да? Какая жесть. Оп-оп-оп, это я вовремя. Кайло, здравствуй, дорогая, рад тебя видеть. Что у тебя там в итоге-то вчера произошло? Там стрим полетел, потому что я сидел, он шел, а потом бац, он прекратился. Я думал, сейчас он появится, а он не появился больше. Можно тимпада. Какая-то кенгуру, да, да, в Текине в... Господи, в четвертом вроде как Текине кенгуру. Или в пятом. В четвертом или пятом кенгуру. Боксер. В пятом, наверное. А может в четвертом? Да ты заколебешь, а? Так, ладно. Сочудим! Охренеть! Просто уделывает, да? Слушай, он даже не дает... Ладно, первый... Да, он, блин. И да, у него постоянно становится жизнь, а у меня нифига не восстанавливается. Как же он давит-то? И сосед, как назло, начал тоже мне сверлить, а? Это же секрет. Ручки шаловливые, да. А, 5 минут, я понял, потому что у меня просто даже не было никакого уведомления. Панда, панда, да, панда был. Блин, Tekken Tag Tournament 2 сам по себе очень хорош. Особенно свои вот эти вот фишки кооперативные. Да-да-да-да, значит пятая часть все-таки. Постоянная борьба с щелчками. Блин, ну это обидно. Это обидно, реально. Я буду думать дальше, как щелчки эти убирать. Я пока не знаю. Но буду думать. Ну потому что это не дело. Да, хорош. Меня убили, да. Это не дело. Еще можно, конечно, просто спиртом покапать, да, но побольше. Не знаю, меня прям вымораживает это дело. Очень сильно вымораживает. Так. Пойдем тут трофеи потыкать на вот. Пишут, что это реально самый такой жесткий бой дополнительный. Ну, не надо прям попотеть. То, что он себе не дает даже подойти. Да, твоя сила безгранична. Хотя, может быть... Оп! Как много он меня отнял, а? Как он...
жестит. Ой-ой-ой-ой, меня тут Дорью делает. Это плохо. Да блин, ты заколебешь, а? Посмотри, как у меня уделывает, а? Что за модель микро? Plantronics Rig 4 VR. Это гарнитура сразу же, микрофон с наушниками. Я просто вчера взял, они перестали продаваться. Вот в чем проблема. Как бы стоит пятак. И вот перестали продаваться. Что-то нигде их пока нет. Причем все началось, как бы, скажем так, как я понял, с того, что перестал появляться щелчок у них изначально, да, когда ты его включаешь, микрофон, у них механизм делает щелчок своеобразный. Ну, типа, чтобы ты понимала, что он включен. Вот, механический щелчок, соответственно. Вот, и сначала микрофон перестал щелчок, но это уже давно, уже как почти как год, он перестал щелчок издавать. Я так понял, что, может, типа, механизм немножко износился из-за этого. В последнее время он начал сам по себе просто щелкать, когда я его включаю-выключаю. Ну и как бы раньше щелчок был такой, изначально, да, который никак на сам микрофон не реагировал. То есть я щелчок слышал, но в микрофон он не отдавался. А теперь наоборот, я щелчок этот не слышу сам по себе, а в микрофон он отдается. Угу, да, да, именно такие. Именно такие мяф. Причем поискал, типа, какое-нибудь руководство по разборке и... Ну, типа на ютубе с такими наушниками никто не этот не парился, не разбирал их. Я думал, мало ли, просто разобрать и почистить там, ну, типа контакта. И вот поверхность соприкасается. Так, стой. Ой-ой-ой, я только что... Да ты заколебал, он даже так. О, хорошо. Ладно, если ты одним приемом пользуешься, я тоже буду. Попробуем так его убить. Включай режим Ахога. Сейчас включим, все. Зло не дремлет. Да я просто говорю, у меня, видишь, мысли все о микрофоне, о том, почему он щелкает и почему это не чинится. Ну ах ты падла какой, смотри, а. Блин, что он делает, а? Он вообще не щадит. Смотри, что творит, блин, а. Что творит? Ну, попробуем, конечно, такой сратой тактикой с ним справляться. Не люблю я такое, но что поделать. Надо просто... Да, летаешь... Ну, да. Так, наверное, попробуем. Знаю, не особо люблю. Я говорю, вот из таких вот персонажей, типа вот, из Adventure платформеров, мне вот больше всего Джек и Декстер заходил, ну и Крэш, там, из Саспайра. Типа не Рэтчинг и Кланк, не этот, не Слай Купер. Просто не отходит сам, но он... Петрожопый, конечно. Ага, сейчас еще меня заденет, да, после этого? Так. И пока я пытаюсь его лазером, он лечится за это время. Нет, я зря это... Хотя, нормально. Как же он давит, ты посмотри, а? Хоть надо, короче, совмещать.
такие вот удары и такие. Хорошо повезло. Я по нему не попал, да хорош. Ну блин, это жесть. О, кстати, тоже хорошо подходит. Нет, вот это уже не очень хорошо. О нет, пошла жара. Все, добил засранница на сам. Добил. А так бывает, да, смотришь чат, читаешь, бац, побеждаешь. Типа лазер наш здесь самый лучший друг, походу. Но только во время этого лазера он сам ко мне может подойти. Да, еще надо его накостылять. Ух ты, ё-моё. Вот так вот тебе. Да как так? Назад отходил. Так, хорошо. Да, ё. Что он в самый последний момент отходит, а? Мне так просто его не убить, да, Хадукин. А мы тут все удел этой Хадукина, мы Шарюкин. Она неплохая, кстати, была, Кайла, она неплохая была, да. Вот, она нам дала просраться, получается, Хейхачи нам дал просраться, когда мы за Акуму дрались. И Казуя последний тоже. Доброе утрочку вам. Доброе, как ты? Сразу, он все-таки меня убил, да? Да хорош, ой, хорош. Не успею. Ой, кранты, ой, кранты, ой, что творит, а? Ну да, я, блин, пока я заряжаюсь, я больше урона получаю. Не вариант. Да. Типа я открываюсь, по мне больше урона проходит за фаербола. Нет, нет, не захихачит, заказываю. И это хорошо, что бодрее, чем вчера. А я что-то этот, блин, огорчен, что этот микрофон продолжил щелкать. Не знаю, что делать. Пока дальше думаю, что и как. Ага, обменялись. Да почему? Ой, ой, нет, это будет. Так, хорош, ну что ты делаешь, а? Ага, он еще за это время успел отойти. Это очень плохо, все очень-очень плохо. Дело в том, что у нас сейчас сложность до сих пор максимальная стоит, ну как высокая. Можно, конечно, так его пытаться подловить. Ага, прикольно. Здорово, Илюх. Ну, на равных, хотя уже нет, да, уже нет.
Третий, да, третий прям хорош был. Третий очень хорош был. Юль, доброе утречко. Сегодня, короче, без Блаболиуса, Юль, сегодня у меня дела есть. И в итоге микрофон не удалось починить. Только временно он перестал щелкать, буквально первые 5 минут стрима. Потом он опять продолжил щелкать. Поэтому буду дальше разбираться в течение дня, что еще можно сделать. Обратиться ли за помощью к ВДшке? Или опять дальше спиртом его обрабатывать? Ага, ага, зашибись, я подошел к нему, блин, а вовремя, да? Как ты мне дорог, пёс, блин, а? А, кстати, такой тоже можно. Понятно, сделать. Обычным ластиком протереть? В смысле? Ты имеешь в виду обычным ластиком стик? Ой, стик, говорю, стык протереть. Просто стык, он очень-очень тонкий. Я пытался обычный, у меня есть специальная щеточка. Ну, типа, как знаешь, как для пудры. Для вот клавиатуры, для труднодоступных мест. Вот, я пытался, типа, стык как раз таки этой щеточкой протереть. Но, как видишь, что-то как-то особо не помогает. Типа, первый раз там помогло, когда вот там пару недель назад стримил. Потом перестало помогать. Вот вчера спиртом закапал на ночь. Ну, что-то не поперло. Да, я что-то еще не понял, как эта штука работает. Просто я фотки в Discord присылал. Там стык очень-очень тонкий, то есть как бы я протираю даже не сам, ну не внутреннюю часть микрофона. Я протираю, скажем так, сустав его. Протираю сустав, который помогает ему включаться, выключаться. И вот, ну типа как выдвигаться. Во-во-во, да-да-да, в Дискорде посмотрите фотки, да, там надо либо, соответственно, вот дальше пытаться щеткой как-то, либо, блин, через пипетку опять закапывать. Ну, блин, опять же, да, вот, ну, спирт, он... Не знаю. Может, ВДшка, но ВДшка, блин, свет потом оставит. Вот, да-да-да, вот я тоже хрен знает, я вчера поискал, я же первым делом поискал, как разбираются эти наушники, но... По крайней мере, на Ютубе никакого пособия не нашел. Как я понял, никто их не разбирал там. Это-то мне немного... Ой-ой-ой, это будет больно. Короче, не понравилось мне это. Какой ж ты засранец, блин, а? Уделал. Как же спать хочется, Илюк, крепись, крепись. А ты пробовал сделать теки не с перса других персонажей, игр, фильмов и так далее? Я помню, что в Soul Calibur этим занимался, а в Tekken... Ну, только если вот навешивал, да, соответственно, не всякие вот, типа, вот, костюмы, предметы и так далее. Да, было дело, было. В пятой части. Эти Tekken 7 Makujin, да, да. Всем Makujin, всем Makujin. Makujin.
Ему на 20, по-моему, ударов. Есть на десяточку, да, но... Не уверен, что против него реально поможет. Он же еще и, да, и здоровье ворует, да, надо регенит. Чтобы земле хорошо было, да. Погрел ее. Стараюсь не подходить. Ну, блин, то опять же, да, вот не подойдешь, он сам начнет фаерболами кидаться. Сейчас ты не слышишь, потому что сейчас я его не включаю, не выключал. Сейчас ты его услышишь, смотри. Вот он появляется, когда вот его вот включаешь, выключаешь, допустим. И причем вначале стрима мы проверяли, не было щелчков. Прям все идеально было. Но потом они опять появились. То есть чем-то, короче, походу там все-таки есть какая-то грязюка. И вот как-то, может быть, тальком присыпать. Потому что тальк поможет. Бумага туалетная смазаться. Зачем смазка надо, да-да. Так турнамент делал он многих. Я вот в пятой части немножко этим занимался, ужас. Опоил микрофон здоровники, да, опоил. Все, есть, да, сейчас? Только что был, ну камон, просто не включай, не выключай. Я специально брал на микрофон, потому что можно было включать и выключать. А можно было и чихать, и зевать, и кашлять. Это по ушам не било. Ой. Микрофон, что можно, микрофон? Давай, Илю. Делись своим потом, что еще можно сделать с этим стыком. Я говорю, я вот стык в Дискорд прислал, чтобы было видно, что он из себя представляет, да? Вот туда вот я пипеткой вчера закапал спирта. Как видели, по началу стрима он типа помог мне, но потом все опять встало на свои места. Еще делаю вывод, что походу надо просто смазать. Походу нужно просто смазать. Но я, блин, вот... ВДшка, конечно, бы... С этим опасением туда заливал. Потому что, блин... Одно дело залить ВДшку туда, куда ты можешь разобрать потом и вытереть, да, это все дело протереть. А другое дело то, что я не уверен, что я смогу разобрать нормально эту гарнитуру и, если что, убрать следы ВДшки. ВД разъезд, думаешь? Почему думаешь, что разъезд? Нельзя через горячие кнопки. Ну блин, здесь нет горячих кнопок, Илюх. Здесь надо выходить в меню постоянно, чтобы подключать микрофон. Я брал вот микрофон с тем учетом, что можно просто взять, быстренько выключить этот микрофон, там чихнуть, кашлянуть и включить его обратно. Потому что особенно когда долго озвучиваешь, начинает першить горло. Те, кто озвучивает в играх персонажей во время стримов, понимают, о чем я говорю. В смысле, если это долго делать. Как раз таки этот микрофон идеально справлялся со своей задачей. То есть взял, просто приподнял, и он выключается. Опустил, он включается. Раньше как бы все было идеально, потому что никаких звуков это не создавало. Еще одна причина, почему я там прошлый, да, наушник с микрофоном заменил, потому что он щелкал очень громко, когда ты включал-выключал его. ТВД некоторые пластики жрет, рили. Просто типа, ну, вот я ВД-шку в этот залил, в свечевский джойкон, и там все нормально, как бы. Во-первых, я починил себе дрифт таким образом, у меня больше не дрифтит левый джойкон. Во-вторых, как бы он его не разъел. Но что будет с этим пластиком, я не знаю. Короче, дилемма. Дилемма, что делать нам в итоге. Типа, новый сейчас уже такой не купить. Да и не с руки сейчас, блин, и так отдавать за него. Значит, надо как-то своими способами его чинить. Ой-ой-ой, о, нормально задел. Не, надо походу все-таки его прям прижимать. Хотя он тоже может мне устроить после этого.
жестко. Какой PS5, там на геймпаде кнопка мьюта есть. Ты часто чихаешь? Когда как? Ну, кашлем иногда захожусь во время озвучки. Что можно стрелять. Может микро взять, как у Юли, например, там вроде было написано, что она подходит для PS4. Ага, а вот теперь вопрос главный, как его подключать? Вы не забывайте, что на PS4, да, всего один разъем. И ты либо подключаешь себе наушники, либо ты себе подключаешь микрофон. Юля просто стримит через карту захвата. Соответственно, у нее вывод звука идет с ПК и на ПК. То есть она может спокойно себе подключить микрофон к геймпаду, а наушники к монитору, допустим. И слышать оттуда. Я не знаю просто, как Юля делает. Юль, поделись, как ты делаешь? Ты вставляешь микрофон в геймпад, а наушники в ПК? Или как? После там с той же карты захвата? Нет, ну посмотри. Это самое. Там идет как бы разъем. А, как он там, микро или как он там называется? USB, да, там USB или USB-C что ли. И джек. А, видишь, все к компьютеру. Да, у компьютера, соответственно, несколько разъемов. Один специально под микрофон, другой под наушники. У Sony же один только джек для сдвоенной гарнитуры с микрофоном с наушниками. Ну и в любом случае, да, нужно будет брать непосредственно тогда наушники без микрофона, потому что у этих наушников, у моих, да, у них как бы конкретно джек. Соответственно, как бы джек отвечает сразу же и за наушники, и за микрофон. А теперь представь, там подключить еще микрофон к USB-шке. Ну, типа к USB-C. Я не знаю, просто что это за разъем такой. Типа, оказывается, написано там, типа, этот выход звука. Почему прыгнул, а? Блин, а как его убивать-то, блин, а? Кошмар. И он вечно подо мной там телится, засранец, а? Что за бык такой? Это вообще жуть какая-то, а? Да, цена 150к. Опять же, да, нужно думать, куда его поставить, потому что я сижу не за столом. Я сижу на кресле перед телевизором, развалившись. Это надо куда-то крепить стойку с микрофоном. Тут-то удобно, что взял, воткнул геймпад и все, и нацепил на голову наушники. То есть очень-очень много подводных камней. Бобы, ну, как один из вариантов. Давай, Лю, давай. Сложности. Но, да, многие пишут, что, типа, если не получается снести уровень сложности, просто спамьте одну атаку на него. Стойку, да, стойку. Море, ここに気を漏れる.
Я говорю, просто вот по соотношению удобства, да, и качества, вот этот вот микрофон, который у меня, он как бы идеально подходит. Ой-ой. Надо как-то его ловить, походу. Но, блин, опять же ловить, да? Как бы он там сам меня не поймал, блин, а? Не-не-не, сейчас... Ой, жопу надерет. Еще успеет отойти, блин, а? Все, кранты. Кранты. Вот, видишь, смотри, 1500 тренога, да? Сколько стоит еще микрофон? Все на то выйдет, что проще такую же гарнитуру найти, да где-то, или похожую купить. Ну, то есть, я уже писал вчера, сейчас не с руки покупать новую гарнитуру за 5000. Да и на стриме я тоже это говорил. Ни хрена себе, ты что творишь? Ай-яй, будет больно. Плохо у меня сейчас друзья с горбушки разъехались. Я бы сейчас посъездил просто, чтобы они там разобрали, посмотрели все, что вообще с ними происходит. Что они раньше битцами занимались. Прям очень хорошо. Занимались ремонтом наушников. Теперь придется каким-то своим методом справляться. Да ну что ж, я остановился, блин, а? Конечно, он еще отойдет. Да хорош, хорош. Последний удар вот ловил. Кранты. Да. Ну вот, вот, ты понимаешь, да, вот, ну, какой совет из разряда. Купи еще дороже. Когда пока даже такой сейчас не можешь взять. Так, ладно, будем действовать побыстрее немного. Ага, я понял, так он не достанет до него. Ай, это мой косяк. Опять мой. Ух, ни хрена, что творит, а? Как же он комбо валит, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Не успеваешь, ты ставишь блок в другую сторону. Тебе за спину заходит и делает по-своему. Все, хреново. Да, искусственный интеллект, он, блин, безжалостный и беспощадный. Но понимаешь, техника все равно в любом случае недолговечна, Миш. Один раз купишь, там тоже, например, да, кнопку нажимаешь, со временем также кнопка полетит, спустя сколько-то лет. От этого никто не застрахован. Ой,
такой штукой заниматься. О, блин. И причем я у него ни хрена толком не снял, столько ударов, блин, чтобы вы понимали. Сколько ударов я сделал, но... Вот лазер еще, да, снимает прилично. Ох, щенок, а. Ох, что творит. Нет. Нет. Хм, отомстил, да. Отомстил. Тем самым ужасным способом. Блин, да, вот удар меня хорошо пробивает. Да куда ж ты встаешь? Жопа. Нет. Н-н-н, не смотрел, мне кажется. Это анимационный фильм или полноценный? Можно, конечно, получить этот комбо и этот, но... Блин, была бы это Ксияо, да, за неё сейчас я бы комбо это сделал. Мне кажется, не смотрел. Вот по Street Fighter я смотрел старые, да, анимационные фильмы. Атаки на нить. Блин, я вообще ничего не снимаю, вот. До сих пор сколько у него хп, вот я смотрю. Вот только лазер, реально, вот только лазер что-то ему снять может такое. Ой, это жопа. Он мне прям в спину зарядил. Надо, конечно, от него дальше стоять и просто лазер. Ага, прикольно. Очень прикольно. Он слишком далеко типа стоял, да, от меня. Ну как же он, блин, уделывает, а? Как же он уделывает? Надо будет глянуть. У меня пока в планах досмотреть атаку титанов. Там до середины четвертого сезона. Вчера на Кинопоиске докачал себе. Надо будет досмотреть. Это сейчас наш отличный выходит. Два, второй фильм. Вышел, наверное, они. Или до сих пор выходят с 2014 года. Вот пес. Как же он хорошо действует, а? Да, ну это я труп. И это я труп. Акум, давай-ка с тобой это самое поговорим. Где там? Блин, ну-ка. Трипл спин кик. Это типа... Ага, я понял. Один хреном был, он быстрее перемещается, блин, после этого. Ага, какая жесть.
Какая жесть, он просто имеет. Он меня даже перебивает, я просто банально не успеваю. О, и причем он еще в блок встает в... и в верхний, и в нижний. Кранты, просто кранты. Что творит этот зверь? Что же он творит? Ну, вот по Street Fighter классный был мультфильм. Не помню, в каком году он выходил. Ну типа старенький реально. Да как тебя, блин, прервать-то хоть, а? Да, конечно, опять, блин, сран. Что за удар такой с броней у него, а? И причем, да, если даже ты стоишь в блоке, он его не блокирует. Это то ли он себе... Нет, это не X-Ray, да. Нет. Ну, все, до свидания. Не работает, не работает, мистер бот. Да бот вообще начал хреново работать. Я не знаю, что они там делают в Микуе. Но бот банально тупо работать начал. Если может 50 минут его долбим, а? Ага, зашибись. Зашибись, Ну это даже не смешно. Другие бои типа сюжетные между персонажами. Ну, можно попробовать, да, что-то просто жопу рвут хорошенько. Ну сейчас еще разок попробую. О, да, это эпилог сюжетный. Что было, когда Казуя скинул хихайчи? Еще на себя насчет микро, сжатым воздухом попробовать продуть, если там есть разъем, если нету, только разбирать. Но, я говорю, стык есть, да, и разъем есть. Я вообще сейчас подумал, типа, феном зафигарить. Ну, типа, ну там, как бы, да, не особо сильно, да, он это дело будет делать, но... как один из вариантов. Либо да, баллон сжатым воздухом покупать. Феном не надо. Не, ну я имею в виду не горячим только воздухом, соответственно, а холодным. Типа, чтобы ничего там не перегреть. Да щенок! Просто что он делает, да? Ах ты, сюкинки син, а? Ой-ой-ой-ой-ой, все, жопу набрал. Блин, раны можно координировать, блин. Подстава. Расстояние очень маленькое, да. Прям очень-очень маленькое. Нервы вышли сейчас, да. Погнали, блин. Пока с каким-нибудь персонажем подеремся с другим. Ой, сверху вниз. Фенга. Потому что они теперь все будут там драться, да? На этом странном вулкане. Фэн Вэй всегда следовал завету свитка Божественного Кулака. Одари всех мастеров и сделай своими их стили. Совершенный воин должен преодолеть все, чтобы стать драконьим богом. Сразившись с мастерами многих боевых искусств, Фэн вернулся на тренировочную базу своего детства. Разборка всему голова, да, да. Ну, блин, я смотрю, я просто не нашел руководство, как нормально разбирать.
Потому что хрен знает, знаешь, как иногда бывает такое, что ты вот разбираешь, и там где-то провод очень-очень тоненький, маленький. И вот из-за того, что можешь неаккуратно разобрать, можешь просто-напросто вырвать этот провод. Поэтому зачастую я себя смотрю, как это дело разбирается, чтобы вот эти вот подводные камни знать заранее. Ты зевнул, когда я спать хочу. Ну вот, видишь, да, вот. А так как хотя бы микрофон выключаю, чтобы не зевать. А так, если я его буду выключать, сейчас вы услышите щелчок. Слышали щелчок только что, нет? Чтобы продолжить изнуряющие тренировки, так. Однажды к нему пришел незваный гость, таинственный мужчина, чья сила была огромна. Когда тот объяснил, что желает сражаться, Фэнни нашел причин отказать ему. Молча он принял вызов и приготовился к бою. Слышали, да? Не было. Так, подожди, вот. Илюха сказал, что не было, сейчас Кайл говорит, что было. Союзунг, да. Что за модель? Platronics Rig for VR называется. Сейчас там Мяф выше писал в чате, сейчас скопирую. Сейчас. Мяф. Нет, ладно, сейчас сам напишу. Угу. Ну вот я смотрел, единственное, что видосы есть только как его, вот просто обзоры. Ну вот там вот есть одно из первых видео, я вчера Вальдеру кидал. Там просто показано хотя бы, как это все выглядит. Ой-о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 й
Слушай, не пощади даже, а? Ой-ой-ой-ой, KO сделал. Блин, как же я плохо начал в Tekken играть, а? Так, либо он меня, либо я его, да? Нет. Marshall Law. До свидания. KO. Забрали, не трогая микро, ну. Причем по большинству в польском выдает типа другие наушники. То есть ты ставишь типа Rig for VR, а он там другие Platronics Rig тоже показывает. Типа не 4 VR, а там хоть 400-е, 800-е, 600-е. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, уделал меня Marshall Law. Ресторанчик хороший, да. Давай! Тусы! Это я сделал или это он сам? Ага, вот так вот. Да охренеть, ты чё? Охренеть не стать. Выглядит все очень узко, да, очень узко. Именно поэтому я пользовался вчера пипеткой со спиртом. Так, давай ты этот самый. Не борзей. Хотя, походу, это я борзею, да? Thank you.
Ха-ха-ха! Там даже замедло, знаете, такое было, типа, главный момент. Но... Там, знаешь, типа, разбор, типа, разбор полетов. Было, было. Блин, ну и Лёх, ну вот это вот, я не люблю такие штуки. Когда стример спрашивает, на самом деле, есть какая-то проблема или нет, ему говорят, что нет, а проблема есть. Я вот уже сколько раз говорил, вот такой юмор я прям терпеть не могу. Ну, потому что он мешает выявлению какой-то проблемы. Это как если тебе на работе там, да, сказать, да не, у нас все нормально, там база данных цела, у тебя база данных уже там третий день горит. Ее уже не восстановить. Ну, пёсий сын, ты посмотри. Сука. Охренеть, а. Охренеть. Маршал. До свидания. Да, есть, есть такие провода, которые очень маленькие. Если она провалится, то это жопа. Мне нужно новый провод брать просто-напросто. Ты посмотри, какой он. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, он хорошо дерется прям. Где же скилл, Гош? Скилл пропил когда-то давным-давно. Вайба! И он говорит, вайба! Ты чё творишь, блин, а? Ой-ой-ой-ой-ой, не делай больше вайбу. Нет, он меня схватил. Все, уделал. Раунд 2. Файт. А, серьезно? Нифига себе. Вот этого, кстати, не знал. Миш, насчет кавычек. Вайба! Блин, ну он, знаете, какой-то зверь прям, как только у него хп меньше половины становится, все, он начинает, блин, устраивать проходром какой-то. Да что ты творишь, блин, а? Тихо-тихо-тихо-тихо. Мужик, мужик. Нет, 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 пес. Пес. Что ты творишь, а? Теки набежает, да. А, ты без звука. Угу. Понятно, понятно. Драка, драка, драка. Брюсли, да, хорошо накидывай. Вайба! Как Майбах! Майбах! Он просто машину себе новую хочет. Ручной сборки. Это Майбах! Да ты что творишь, блин, а? Все, удел, никакого Майбаха. Раунд 2. Файт. Блин, дождался. Ой-ой-ой-ой. Тут мне не очень нравится. До свидания.
Ой-ой, нифига он, блин. Хорошо перепрыгнул. Тихо-тихо-тихо-тихо. Он очень-очень напористый. Эго вот начинается прям, да? До этого он нормально дерется, а потом как пошел в разнос. Как пошел. Угу-угу. Поле задуванчиков. Майбах. Чё, мне кажется, я больше КП потратил этим контрударом. Так. Понял, да, говнюк? Понял, 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 да? Я всегда хотел этим воспользоваться. Это было не очень хорошо. А вот теперь... А, ну ладно, давай так, хорошо. Чистая победа. 2-0. Где таком там сидит из попкорна? Да. Соплю, обтер. Ох, пробил. Ох, пробил. Курасавчик. Раунд 2, файт. Все. Получается, по одной битве за каждого, что ли, да? Пытаясь раздать долги своего сына, маршал Ло не замечал, что ученики один за другим покидали его дадзё, пока не стало слишком поздно. Выплатить нужно было еще порядочно, а деньги брать было неоткуда. Отчаявшийся Ло решил передать управление дадзё способному бойцу. Он попросил своего друга Пола посоветовать кого-нибудь, на что Пол ответил, что сам годится для этой работы. Понимая, что в этом случае дадзё не простоит и дня, О, Алло вежливо отказался. Затем он рассказал всем, что сильные бойцы, желающие управлять дадзё, могут прийти и показать, на что способны. Битва проходила за битвой, но кандидата, который бы понравился Ло, все не было. Но однажды до Ло дошел слух о том, что в китайской глубинке живет боец, которого прочат мастера божественного кулака. Возложив все надежды на незнакомца, Ло отправился в страну своих предков. Наш стрих забрать переобзор. Наушники нужно забрать и выйти на страницу, которых есть слово. Ага, я понял. Еще дико желтых штанах помнишь. Спасибо за водичку, Дизмораль. Ой, далеко. Ой-ой-ой. Короче, после стрима будем пробовать разные способы. Сегодня до стрима больше не будет. Буду разбираться, что и как делать. Что и как почистить лучше. Ну, типа, чтобы потом, да, уже не сидеть, не мучиться этим делом. Лучше сразу же разобраться. Просто как со штекером. Но как бы да. Дело в том, что этот микрофон, он типа как этот. Тоже в нем, скажем так, джек. То есть ты можешь его отключить от наушников, и у тебя будет просто этот вот переходник сустав отдельно. То есть ты
микрофона, он из себя представляет что? Джек, который вкручен в... Вот в вот эту вот резиновую черную часть самого микрофона. Вот. То есть ты отсоединяешь джек, соответственно, отсоединяешь микрофон. И остается только вот этот вот небольшой сустав, который двигается вверх-вниз по этому. По оси у микрофона. Кто как раз таки включает и выключает микрофон. По оси наушников, точнее. Перского разбили. А теперь мы за него, да? Ага, зашибись. Так, сейчас помните этот вот удар его, когда он вниз. Подожди, он же надо было как-то... Ладно, потом. KO. Ну да, так совсем просто. Да. Оглушение, трофей дали. Во, вот этот вот, да. У меня были одни бойцы, которые любили спамить этим ударом. Не умея играть на Marshall Low. Так, главное, что помню. Ладно, все. Отлично. Great. Тут ты неплохо сражаешься, еще один трофей дали. Спасибо. Я неплохо сражаюсь. А вот и Пол Феникс. Опять Майбах. Он просто не знает, что у Пола этот мотоцикл. Требует с него тоже Майбах. Мы делали. Ай-яй. Киото... Киото Кусайро! Драпать, драпать, драпать. Джек, ох уж, это Робин Уильямс. Может, сам против себя? Может быть, да, скорее всего. Я колесом... Вот-вот! Очень раньше любили, особенно таким третьим колесом спамить ребята. Боб. За Боба я вряд ли что-то покажу. А вот за Брайана можно. Боб решил участвовать в турнире «Король Железного Кулака», чтобы доказать, что он сильнее всех на свете. Но когда он направился к арене, на дороге произошел взрыв, и путь оказался прегражден. Когда дым рассеялся, Боб увидел человека, злоба которого была физически ощутима. Это Брайан, что ли? Боб не понимал, что произошло, но интуиция подсказывала ему, что этот парень как-то связан с произошедшей катастрофой. Чувство справедливости заговорило в Бобе, и он поклялся, что победит этого человека. Или Джин, или Казуя, или Хихачи. Ярость заполнила сознание Боба. Он забыл о том, что спешил, и шагнул навстречу своему противнику. Хотя, ну типа, Брайан злобный, да, у нас? А, ну Брайан, да. Вау. Вот у Брайана в Тайкине было самое длинное комбо. Но оно прям убийственное было. Если ты попадаешь, то все. Ты уже ничего не мог нормальному противопоставить.
Ай-яй. Так вот. Мне нужна лишь правда. Скоро! Боже мой. Мясной бол. Бедный Брайан. Хребтину переломали. Не повезло. Боб never made it to the tournament. Не доехал. В кожанке, ты про Полу, да, который в третьей части в кожанке был в черный. Посадку Джет Тейкен. Майба, жир. Как вроде надо. Опять за меня играешь? Здорово, Андрюх. Да, да. Как ты? Показал Кузькину мать, а за него... А, диалога не... А, нет, есть. Брайан Фьюри всегда умел заводить врагов. Впрочем, если ты путешествуешь по миру и ввязываешься во все драки, то это не так удивительно. Так что, оказавшись в разрушенном войной городе, он не смог удержаться и пустился во все тяжкие. Вражда перевернула весь мир с ног на голову, а Брайан чувствовал себя как рыба в воде. Увидев, что к нему приближается пухлый, неповоротливый мужчина, Брайан облизал губы в предвкушении. У него появилась новая жертва. Новая жертва. Боб-то похудел. Больше из новых таких шесть понравился Мигель. А он здесь вроде, кстати, есть. Брайан покласит против Йошимитсу должен быть, да. А тут есть Йошимитсу. Так. У него прям очень классная комбинация была, прям очень долго, но я... И причем только на руках. То есть, чем он отличается от той же Ксияо, да, у Ксияо как бы идет смесь рук и ног. А у Брайна прям было комбо очень-очень длинное. За счет одних только рук. И оно жесткое было, реально. Класс. Ладно. Раунд 2. Файт. Так его посмотрю, наверное, да? Где оно тут? Так, нет, это со всеми, это со всеми. Подожди, у меня должно быть тупо комбо на руках. О-о-о, вот. Ай, в конце ногой. Гатлинг Раш. Блин, ну это, конечно, сложно его сейчас сделать, непривычно. Но это тоже, это не то комбо, которое хотел показать. Да, не показал в итоге. Удар убить может. Фига себе. Напомню, навряд ли что-то покажу. Гоша, за секунду до победы, да? А? А вот на Брайне как назло, да? Хотел на Брайне показать мастер-класс, блин. Ё-моё, ты что творишь, а? Блин, сейчас, это надо. Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Ладно. Хотел гамбуку сделать тут. О, серьезно? Раунд 2. Серьезно? О, поймал, пока я делаю свой удар, блин, а? Ой-ой-ой-ой-ой, что еще делает, а? Great!
Гретти в печень. Боб не вечен. Да хорош. Ладно. Хрен с этим комбо. Я понял, что у меня сейчас не получится его нормально сделать. Ладно. Охренеть не стать. Регистрация удара странная. Возможно. Ну, возможно, просто я кривовато делаю. Уснулся. Ресетнулся. Как же это, Кондрук, а? А почему он не сделал последний удар? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, ладно. Раз, два, три, четыре. Блин, это... Да хорош уж. Не уф. Раунд 2. Файт. Да хорош меня поднимать, блин, а? Прости. Генштан. Да ты ж яо. Нет. Думаю, опирайтесь, яо фей. Воу! До свидания. Ножах с приемом ванка называется. Гача, но я нажал, мне же интересный экран. Просто хватает врага с криком «Гача!» Хватаю. Прекрасная комбо. Порхает как бабочка, да, жаль, как коса. Полетел. Куростовчега. Заешь самый любимый прием, это сесть позу лотоса и мечом идет. Хилиться, да-да-да-да. Еще летать или как собачка на нем бегать. Полететь, да-да-да. Догнул сморг. И мы еще пока до него не дошли. Гами противник. Еще хороший был прием камикадзе. Не сэппуку, когда делал, разворачивал спиной и сэппуку делал. Хваран считал достойным соперником лишь одного человека. Дзина Кодзаму. Будучи главой Дзайбацу Мисима, Дзин объявил войну всему миру и внезапно исчез посреди начавшегося хаоса. Хваран предположил, что Дзин пропал не случайно, и поклялся выследить его. Действуя едва ли не слепую, Хваран отправился на Ближний Восток. Его поиски несколько раз заходили в тупик, но наконец он услышал, что в некоем городе появился демон. Не теряя ни секунды, он завел свой мотоцикл и отправился в путь. К тому моменту, как он добрался до города, в нем не было уже никого, за исключением Дзина Кодзамы в обличии дьявола. Ну да, ты дамажишься сам, но при этом ты огромный урон наносишь самому противнику. То есть повышенный урон идет противнику.
Я помню, за Хуранга знал 5 видов захватов или 6, типа с разных сторон. У него было очень-очень много анимации. Типа вот таким приемом ты мог разворачивать противника и после этого подходить с другой стороны к нему. И там хватаешь, и у тебя другая анимация захвата идет. Ого, ого. А что можно было стойкому менять? Из-за этого удары менялись. Типа вот как сейчас. Оп. И с другим ударом. То есть, например, вот так вот стандартная кнопка крест отвечает за такой удар, а вот так вот она отвечает за такой удар. Это как смена боевых стилей у Лея. До свидания. Айвин. А противник должен быть рядом. Либо он должен на тебя бежать в этот момент, либо просто рядом находиться. Ебача! Имя вам дам. Какие бы вы смогли, Лея же принцесса. Они служат в полицейском департаменте. Хоть не в жопу раз, да, а вилка в глаз получилась. Депота. Я чё думал, там битва по... Ну, побольше битв будет за каждого персонажа. После победы над Азазелем, Зина Кадзаму захватили войска ООН. Пока его перевозили в бессознательном состоянии, его телом завладел дьявол. Дзин разорвал смирительную рубашку, пробил лучевую атаку корпус вертолета и скрылся. Время от времени отбиваясь от ООН, пытающийся снова захватить его, дьявол Дзин набрел на городок на Ближнем Востоке. Когда он появился на рынке, местные жители бросились бежать. И когда-то оживленный город опустел. Но однажды в городе появилось новое лицо. Раунд 1. Файт. Ну-ка. Хрена? А ну-ка, ни хрена себе. Хуран, ты что творишь, а? Раунд 2. Файт. Да, блин, оценка на этом приеме брони нет, а? Он, конечно, очень много снимает. Это что такое было, а? Это что такое было? Это что такое было? Ладно, я понял. Варида! Полоснул немножко лазером. Самую малость. А что там за клип такой? Ну-ка. Что такое было? Спасибо большое, Кал, за клип. Ребятки, скиньте, пожалуйста, кто-нибудь его вот этот в Дискорд, в канал с клипами, если не сложно. Убирайся отсюда, придурок. Забирай его, беги.
Кефир, а войска вон, чё? Чё здесь происходит, да? Софир, эфир. Лилия. О, скоро Сияо будет, скоро будет Сияо, скоро, скоро. Ты не crois sûrement pas que tu peux me battre. Лили снова приняла участие в турнире «Король Железного Кулака» и ни словом не обмолвилась об этом отцу. Как бы то ни было, она улыбалась в восторженной толпе, когда на арену вышел противник. Им оказалась Асука Кадзама, которую Лили считала личным врагом уже долгие годы. Если Лили и увидела недовольство на лице Асуки, то она не подавала виду. Она элегантно, как по собственной гостиной, прошла в центр ринга благодаря судьбе за... Ага, благодаря судьбу за возможность сразиться с соперником. Сейчас, ребят, секундочку. Сейчас. Так. Спасибо большое, Мяф, спасибо, что клип скинул. Дому руководства по разбору нет, по крайней мере, на русском, польском, испанском, конечно же, английском языках, на других языках видюхи. Блин, я понял, короче, надо прям это, да. Надо прям... поднапрячься с этим разбором будет. Ну, или в крайнем случае вот пытаться реально чем-то еще закапать. То есть, как я, насколько я понимаю, все-таки... Основная проблема в том, что вот звук у нее, скорее всего, от стыка, я так думаю. Возможно и нет. Возможно не от стыка, а, соответственно, от самого механизма. Но, блин, если механизм, ну, если это механическое какое-то повреждение, да, или там загрязнение, то это надо конкретно прям разбирать их. Если стык, то можно без разбора реально либо продуть еще чем-то попробовать. Или прочистить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бумча. Это больно. Вот так по ноге это реально больно. Девушки друтся. Ну еще можно смотреть, какие девушки-то, а? Красотки. Минус коленная чашечка. Да, это прям бобо. Это прям бобо. Как тебе такая комбинация, засранка, а? Думаю, ей понравилось. Уф, пощечина. За обслуживание, да? Баби. К тебе такой Илон Маск. Импацу сказала, слышали, а? Это импацу я тебе сейчас устрою. Короче, да, значит, пока что не будем их разбирать, будем пробовать устранить шум путем прочистки стыка. Можно, конечно, попробовать пустить это типа влажную салфетку по этому стыку. Знаешь, как зубной нитью, короче говоря, вот, то есть вот между стыком начать ее водить, потихонечку туда заводить и потом вытащить. Но не знаю, какой результат будет после этого. А мы заказывали импацу, заказывали, конечно, сейчас будет, сейчас все будет.
Ощущение кажется больше похоже на... Ну вот я думаю, что это как раз из-за того... Ну, типа вот из-за того, что может быть там что-то застряло, не? Не кажется так? Ну, просто а как еще? Я не знаю, на что еще это может быть. Из-за чего точнее. Потому что, видишь, они же пропали, да, вот по началу стрима их же не было. С тех пор, как они сразились в первый раз на турнире «Король Железного Кулака», Асуку не оставляло ощущения, что Лили воспринимает всю эту ерунду с соперничеством слишком серьезно. Она припомнила внезапный звонок Лили несколько дней назад. «Привет, Асука! Я уверен, ты уже знаешь про новый турнир «Король Железного Кулака». Не волнуйся, я избавила тебя от хлопот и записала нас обеих на соревнования. Не пытайся ускользнуть от меня, слышишь? С нетерпением жду нашего боя». Пока Асука изливала свою ярость по телефону, Лили повесила трубку. Асуку раздражало, что богатая девчонка относится к ней как к своей игрушке, и она подумала, что если победит Лили, то от нее отстанет. Хотя, может быть, и нет. Асука должна долго размышляла, что предпринять, но ничего толкового так и не придумала. В конце концов, она решила подыграть Лили и принять участие в турнире. Давай тыркай больше его, да. Чтобы все знали об этом, да. Угу, да, прям на микрофоне. Прям на микрофоне, да. Просто раньше как бы она главное не шумела так. То есть самое забавное, что когда сам микрофон щелкал при включении, да, на самом, ну, на микрофоне на записи этого не было слышно. А теперь как бы его не слышно со стороны, да, как вот он щелкает, потому что он, ну, перестал типа щелкать. Но слышно теперь это внутри микрофона. А скорее всего так оно и есть. Ну, типа, уже я так понял, что период этого прошел. Гарантийный период. Сколько там? Он год-полтора, да? Ну, максимум два. О, нет! 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 Фух! 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 Она начала это говнецо делать. Вы видели? Вы видели? Она начала его делать. Мы даже, кстати, ее X-Ray не воспользовались. Алло? Sébastien? Oui, comme prévu. Ciao! Comme prévu. Non, tu sais, aujourd'hui je vais emménager chez toi. Hein? Et je vais apprendre les arts martiaux classiques de style Kazama. Hein? Détends-toi! Je viens d'acheter ta maison et ton dojo. Je sais tout de toi. Просто вообще не парится. Ton père a été battu par Fenway, le tas de muscles qui pratique le kenpo, et il a perdu ses élèves et son argent. Ta famille n'avait pas les moyens de réparer ton vélo, et encore moins le dojo. J'ai aussi étudié ton arbre généalogique. C'était très intéressant. On dirait que tu pourrais facilement être entraîné dans les histoires de Mishima. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai fait nettoyer ton dojo, et je l'ai fait décorer avec des pétales de fleurs. Ton père était enchanté. Nous devrions rentrer à la maison. Tout de suite. Бедная сука. Просто с потрохами купили, а? Allez, dépêche-toi. Personne n'aime les traînards. Et à la Hanasi, ok? А, какая жесть. Какая жесть. Ну, возможно, это тогда и провод шакали, кстати говоря, мяв. Но, опять же, да, вот странно тогда. Почему в самом начале этого не было звука, да? Когда мы, скажем так, разрабатывали микрофон, получается, в начале стрима, да? После спирта. Ой, как много вопросов, как мало ответов. Ну-ка, ну-ка, что там, Кайло, за еще один клипчанский? Нет, 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 да. Ага, я понял.
Он говорит, не да. Шумодав, да. Хотя, по идее, он как бы так и так здесь шумодав есть. Да и, в принципе, я сделал так, что микрофон захватывает меньше посторонних звуков. Вот, поэтому... Можно на Соньке, да, просто звук микрофона уменьшить, но тогда вы меня просто тише будете слушать. Лин Сяо Юй проникла в здание Зайбацу Мисима в поисках информации об исчезновении Дзина Кадзамы. Она пробралась в самую глубь вражеского логова, прямо под носом у охранников, и наконец услышала голос Хихайти Мишима из кабинета. Сяо Юй, Ксияо, она у меня одновременно Ксияо, а не Сяо Юй. Ксияо. Он раздавал приказы по поводу Дзина. Сяо Юй хотела уже проскользнуть в комнату, как перед ней появился мужчина в белом и оттолкнул ее. «Отведи меня к Дзину!» – потребовала она. Мужчина немного помедлил, а потом приказал следовать за ним. Он отвел ее на крышу и, не говоря ни слова, повернулся, готовясь к драке. Лин приняла свою боевую стойку и произнесла: «Вот как! Что ж, если ты думаешь, что я всего лишь слабая девчонка, то ты ошибаешься!» «Это факт, это факт!» Чё ли хорошо, походу? Очень хорошо! Микрофон, смайлик в чат. Микрофон. Зачем нам Зиня? Скучать на позине? Так. Так. Сейчас. Ой. А как? Перфект, офигеть, я даже ничего не нанес, да? Сейчас. Чтоб понимали, я просто хочу сделать комбо 10 ударное. Но, походу не сделаю. Ладно, сейчас дай-ка его быстренько туда. Ага, быстренько. Ладно, хорошо, сейчас. Ша все будет. Раунд 1. Файт. Да хоро, блин. Вот против игрока бы комбо уже сработало, скорее всего. Ладно. Да хорош. В следующем раунде попробуем. Вот и все, трофей дали. Мистер Клаудио. А теперь его нашел, да? Ну, значит, он попал под первый удар. Юф. Как неприятно-то, а? Дох, сразу же пригинается, ты посмотри, а? Ладно. Охренеть, уделал, прикинь, все-таки он меня. Все-таки он меня уделал. Опять он, да, начал свое. Раунд 2. Файт.
Что? Ай-яй-яй-яй, не успел. Блин, на такое платье нашел все-таки более классически соответствует стилю. Жалко, у него здесь синего этого костюмчика, нет стандартного. Раз 10 во время Акумы, да. Снова Акуму управляет, походу, да. И так вот как Стасян выглядит. Гребаные звонки отвлекают, да. Сейчас прочитал название. Да? Теперь ты понимаешь, да? Чему посвящен этот стрим? Ой, ни хрена себе, обосраться и не встать. Слушай, он сейчас меня уделает. Уделает же, уделает. Первый пошел. Да я хочу это комбо здесь делать. Оно реально мощное. Но блин, пока я до него доберусь. Он меня уделает. Ладно, до свидания. Хотелось красиво сделать. Когда говорили собери их всех, подразумевали не плевухи, а покемонов, да. Д'аккордо. Д'аккордо. Permetto di venire con me. Cardonia. Ma dovrai essere pronta. Мне кажется, нам какую-то дичь впаривает, да? Demo, mo maiowanai tte kimeta kara. Cardon. Bene. Era quello che volevo sentirti. Хитрожопа какой-то. Он что-то задумал, а? Он что-то задумал. Ну как много, я, кстати, потом еще здесь и здесь. Я думаю, мы с вами вот сейчас вот пройдем, может быть, полностью эту страницу и половинку этой, и на сегодня будем заканчивать уже. У меня прям бесит, что с микрофоном такая фигня творится. Тут мне тут бесит. Еще как один из вариантов, знаете, что может быть? Дайте-ка я сейчас перепроверю. У меня есть подозрение, что это, возможно, дело-то в геймпаде, а не в микрофоне. Сейчас я подключу по проводу, и вы мне скажете, продолжаются щелчки или нет вот сейчас. Даже не кажется, что я подключаю микрофон. Ну, к геймпаду, геймпад не по проводу был подключен. Был, все, щелчки были. Понятно, все. Все, значит микрофон. Значит, определенно с микропроблема, а не с геймпадом здесь. Ну, конкретно по щелчкам по этим. Давай, давай, Миш. Удачки тебе, спасибо, что забегал. Что задул за FTK не 8? Стрелки Сириуса. Секретное общество экзорцистов.
которая в течение сотен лет оказывала существенное влияние на историю Европы. Сильнейший из современных экзорцистов Клаудио прилетел в Дзайбатсу Мисима, поскольку эти две организации объединились для борьбы с неким злом. Поговорив о целях Кадзуи Мисима и Дзину Кадзами, Клаудио вышел из центра управления, но тут путь ему преградила какая-то девчонка. Он собрался было позвать солдат, но она потребовала отвезти ее к Дзину. В его голове быстро созрел план. Он вывел ее на крышу и с ухмылкой приготовился к бою. Давай, давай, Миш, удачи тебе. Sarà un piacere combattere contro di te. Round 1. Fight. У меня такие движения руками, как у нее только что были, а? О, по спине. Хрена себе. Может, я по спине, у него мощный урон был. Так, здесь же так же сделал, да, что со спиной другой захват будет. Ну, сейчас проверю. Да, это был другой захват, отлично. Нет, я не успел, я хотел штуку эту сделать. Ё-моё. Блин, она спиной повернулась, не успел второй захват сделать. Мне до этого рука же не светилась, да? До свидания. Эльмиро Катере. So great. Уф. Молния судьбы. Было очень близко. Come desideri. Puoi unirti a me. Грязный экзорцист извращенец. Credo che sarai un'ottima esca per la mia preda. Макбесны. Не нарисовано. Он что-то от нас, походу, скрывал, да? Катарина. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Катарина Алвис осиротела в детстве и провела несколько лет в приюте, пока ее не удочерил человек, которого она никогда раньше не встречала. Изначально Катарина бунтовала, ругаясь как сапожник, но в конце концов доброта и терпение мужчины взяли свое. Со временем они сблизились, хотя ее любовь к крепкому словцу сохранилась. Однажды приемный отец Катарины исчез. Как бы ей не хотелось найти его, денег у нее не было. А потом она узнала о турнире «Король железного кулака». Я сказал о турнире, да? А не о турнире. Катарина, которую приемный отец обучил французскому боевому искусству «Сават», решила победить и выиграть денежный приз. Настал первый день турнира, ареной которого стала крыша башни тысячелетия, принадлежащая корпорации G. Катарина взглянула на своего противника. Обладатель такой горы мышц никак не мог быть человеком. Ла-ла-ла, да ла-ла-ла-ла-ла. Грязный, как стык микро, да, еще грязнее. Корпорация Г или точка G. Ох ты. Ты вправду чудовище, а? У него движение, кстати, как у панды. Моха, она сказала, моха. Раунд 2. Файт.
Ого. Обменялись ударами. Это было быстро. Еу! Фига, у него там татуировка под пупком прям. Сердечко. Ух уж эти роковая женщина. Сейчас он прикроет ее своей грудью или спиной. А не огр ли это часом? Но... У огра же вместо одной руки змея была. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о красавице и чудовище. О Катарине и Гигасе. Месяц это, мохито. Шлепа полосатого. Одна из оружейных компаний корпорации G выставила свой последний образец биологического оружия. Гигаса на турнир... А, там запятая, я думал, там точка была. Биологического оружия Гигаса на турнир по двум причинам. Во-первых, чтобы показать преимущество своего оружия нового поколения перед прочими творениями корпорации G. Во-вторых, чтобы спровоцировать Хейхачи Мишиму. Как ни парадоксально, ареной для первого боя стала крыша, принадлежащей корпорации G Башни Тысячелетия, возможно, в качестве возмездия за оскорбление, которое они нанесли Хейхачи. Безразличный к красоте небоскреба Гигас ждал свою жертву. Путы огра, две формы было. Вторая форма на коже мужик. Это Мавр. Он же Мавром был. Подожди, или не Мавром, подожди. Я просто, мне кажется, что у него имя-то было сначала не Огр. Огр, когда он уже превращался. Когда он, типа, сливался с Хейхачи. Или, а, не, или с Джином, подожди, не помню. Да? А, ну ладно, может быть, да. Не помню уже. А сейчас можно, кстати, по мувсету посмотреть. О-о-о, вот это она нас, конечно. Ой. В промежуточек стукнула. Не, больше на панду похоже. Вот этот прием, когда в землю вбивает. Смесь панды и ганджека. А чё, кнопка не работает? Это что было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, меня убили в итоге, а? Охренеть. Я даже, наверное, сейчас половину не пройдем. Сейчас, я думаю, после этой битвы будем заканчивать. Так. Разозлила она меня. Как-то странно, у нее эта кнопка действует. Нет! Пощади! Пощади! И забудь! На тебя уже мне не вернуть! Ух! Нет! Какого хрена? Сучка крашеная, что ж она творит, а?
Не, ну вы видели это? Вы видели это дерьмо? Вот так вот. О, это она зря. Это она зря. Оп. Слушайте, она меня чуть на тоненького не убила, а. Но это я ее убиваю, да? Убиваю? Ох, это было больно. Спасибо большое за клип, Кайло. Потом погляжу. Надо будет, по-моему, тоже в Дискорд перекинуть. На по щам. Нет, нет. А, я значит попадет в меня. Она попадет. Кошмар. Кошмар. Красавица меня налево. Хелю. Раунд 1. Файт. Не люблю таких неповоротливых персонажей. А, это он типа ходит. Все, я понял. Кошмар, да? Он типа бежит этой кнопкой и пытается наступить на нее, да? Причем даже у таких персонажей тоже есть какие-то комбо классные, но я вот... прям не мое это персонажа. Да, ведь он пытается после вот этого удара походу надо делать. Ладно, я понял. Действовать. Ой-ой-ой, сейчас она будет действовать, да? Сухую. Сухую делала 2-0. Для этого дела. И она прям быстрая для этого персонажа, для нашего. Либо я, либо она. Она. Да, да, да. Кстати, все может быть, да? Уф, это больно. Йента больно. Что, не надоело так мне делать, а? Опережает, просто опережает, по всем ударам опережает, да? По спине, говорю, по ногам, по коленям, по спине. Ну да, да, так оно и есть. Как ты мог поднять на нее свою руку? Хороший кадр взяли. Убери свои грязные ручонки. Перверт. Кикиису? Ботаки! Вот и все, вот и вся история. Сваком видно. Раз, блин, ну дофига еще. Дофига. Да, с тем это на другой раз. Прям изначально пойдем по этим всем. Потом пойдем в особую главу мучиться. Я так думаю. Что дадут? Или ничего не дадут? Что, реально ничего не дадут, типа. Да, прикиньте, ничего не дали, блин. Вообще ничего не дали.
Обидно вообще-то, а? Так, ну чё, ребят, давайте рейд, наверное, готовить, да? Готовить рейд. Щито, куда вас? Сейчас он ведьмака стримит первого. Ой. Надо будет разбираться дальше с этим, блин. С грёбаным микрофоном. Надо в аркадные бои идти, вещи добывать, радужные, переливающиеся. Ну, это уж после сюжета будет. После сюжета и рейтинговые матчи будут, и этот... аркадные бои. Да, ребятки, получается, пока, видите, к сожалению, микрофон меня подставил. Да и дела, блин, тоже есть. Да, я тоже надеюсь, что починю, все-таки сможем... Балаболиуса в ближайшее время. Ну, сегодня я не знаю, как вот я пока буду разбираться еще и как делать. Если у вас есть какие-то идеи насчет этого, то вот прям смело кидайте в Discord. Я буду думать, что из этих идей попробовать. Потому что пока что у меня вот идеи, да, еще раз, может, спиртом пройтись, закапать пипеткой там или салфеткой, может, влажной. Не знаю, вот пока вот. Последний вариант у меня пока это вот ВДшка лежит на всякий пожарный случай. Кроме сжатого воздуха, идей других нет. А, все, может, здесь поблизости в магазине продается баллончик с сжатым воздухом. Один из вариантов. А так, да, спасибо, ребятки, за классную компанию. За то, что болели, переживали, все вот это вот. Отправляемся с вами к Фионе. Да, первого ведьбачка. Но я там сейчас стоять сидеть не буду, я... поздороваюсь, пойду хоть поем и буду дальше думать, да, про наушники, про микрофон. Все, так что вас всех обнимаю, целую. Вот это вот все вы сами знаете. Желаю вам хорошего денечка, приятного времяпрепровождения. И до новых встреч. Пока-пока.